Я приветствую вас, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Ангел Рок. И мы продолжаем играть в игру Cross the World. Сегодня мы начинаем новое прохождение в новом мире под названием Пустынный биом. Ну что, я в этом мире еще ни разу не играл, так что как тут что будет, без понятия. Так, тут у нас сразу рядом магазинчик. Отлично. Так, вот так называемые пирамиды, про которые я немало слышал в сообществе официальном сообществе игры. Так. И мир-то, я смотрю, что мир не сильно такой большой. О, новые звери. Это лама и як или буйвол. Какие-то птички новые. Так. Ладно. Ага, тут сразу можно будет эти завалить. Так, ну что, давайте тогда мы начнем. Так, ну-ка. А что у нас тут в задании? 4. Так, завершите дом. Прокопать тоннель. Срубить дерево. Простые инструменты. Все понятно. Так, давайте ускорим маленько. Ё-моё, чё он так медленно все делает? Ой, жуть какая, а? О, срубить дерево, отлично. Так, что-то у меня подвисает, я что-то понять не могу, почему. Надо будет, ну, эту серию запишу, а потом перезагружу комп там, не знаю, ну, недавно только включил компьютер. И без понятия, почему он так реагирует. Так, что у нас здесь можно создать уже? Так, дерево 2. Иглы. Знак осторожно. И, ага. Понятно, портал мы уже можем сделать. Это отлично. Сейчас второго чувачка. Так. Что я думаю? У нас с этой стороны большое расстояние, а вот с этой стороны оно как бы тоже большое, но ближе вот эти вот стоят... Как, блин, надгробие. И думаю, что лучше здесь подкопать. Так, давай-ка вот это сломаем. Кактус считается за дерево. Странно. И это пустыня. Почему вода не испаряется? Что за хрень? Пустынный мир же вроде. Как? Ну давай, давай, руби. Молодец. Лесоруб. А, кстати, это у нас кто? А, чисто лесоруб, да? Угу. Понятно, ладно. Давай-ка мы вот это вот прокопаем сейчас. Что? Мало ли. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Так, еще один чувачок. Весна. Это хорошо, это вообще замечательно. Ой. Ага, теперь с этих попадается. О, скорпион. Это опасное создание водится в песках и каменистых насыпях пустынных миров. Понятно. Ясно. Ладно. Так, вот отломать. Куда пошли, блин? Так, ну как-то так, да? Вот это вот сломать сейчас еще. Это, ага, это пока не можем. Ну ладно, они сейчас сломают это все дело. Так, и что? Мы еще не можем, да, это сделать ничего. А, дубинки можем сделать, так. А у нас пока ничего нет, да? Давайте мы дубинки сделаем. То мало ли, нападут на нас. Раз, два. Сразу оденем. У нас еще пока вообще ничего нету. Так, одно задание выполнили, да? Обработка дерева. Так, ну это понятно. Это мы сделаем. Так, совершите дом. 10 опыта.
Просто инструмент. Так, давайте посмотрим. У нас древо никак не меняется, да, по-моему? Ну-ка. Да, оно точно такое же. И я так понимаю, нам не имеет теперь смысла вообще его прокачивать до конца. Я-то думал, может, ачивку какую заработаю. А оказалось, что нифига. Так, давайте вот это тоже сломайте. О, отлично. Книга пловца. Кстати, а второй у нас кто? Скалолаз. Отлично. Так. А давайте пока не будем никому давать, потому что, скорее всего, нас будут убивать. Тут просто жестоким образом будут убивать. Так. Что я думаю? Вот это вот сломать. Так, и вот это вот. А, вода испарилась. Ну ладно. Так, копать, 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 копать. Куда ты падаешь? Ты, видать, не скалолаз, нифига. Так. О, уже идут. А, скотина. Так, давайте-ка его, мы его завалим. По крайней мере, попытаемся. Нет, почему? Даже замочим. А с него что-нибудь выпало? Кто-нибудь что-нибудь подобрал? Ну-ка. Нет, нифига не выпало. Нечестно так. Э, ты, урод. Какого хера выкидываешь? Да валите его, ну. Блин, когда там утро-то уже? О-о-о-о, идет, мочить его, ну! Так, чё они тупят? Я что-то понять не могу. Так, вот земелька. Земелька, да хорошо. Это же земля, да? Я надеюсь. Да, это земля, отлично. Так. Вот это вот сломать. Ты задолбался выкидывать, слушай. Ой. Так, а тут что у нас? Так, не то. Ага, первые монетки. Камень, кирки. Одну кирку сделать пока. Да. Вот мне нравится самое начало, вот первой серии. И последующие уже. Так, лесоруб, скалолаз. Давай тебе дадим. А, ну я не договорил. Нравится самое начало и самый конец. Нахрена тут книги пловца? Тут воды практически нету. Чё за хрень? Идите кто-нибудь, что-нибудь там мочите, ну. А, дерьмо, она осыпается. Она не осыпается тогда, когда это... Ну, в смысле, осыпается и сразу ломается, тогда, когда под ним стоит гном. И сразу в эти... А, переделывается. О, дождик пошел. Ну, смотрите. Ну, если этот баг не пофиг... А, ты куда ушел-то, блин? Давай. Во, видите? Отлично. Так, сразу вали его. Так, и давайте сразу сделаем еще одну кирку. Не можем. Блин, дерева не хватает. Так, иди-ка вот это вот ломай пока что. Так. И надо вот это вот еще сломать. Долго они будут
ломать. Очень долго. А чё, только иголки выпадают или чё, или как? Что-то я понять не могу. Похоже на то. Чё-то я... А откуда у меня тогда дерево? Вот с этих кустов, что ли? Блин. Реально? Так, нам надо где-то найти... Так, ну у нас тут шоп рядом. Одна монетка есть. В принципе-то пока нам ничего не надо такого, да? Вот, так, а сколько у меня? Так, нужно сразу сюда поставить. Вот так вот. Ага, камень. Ну и все пока, да? Так, лестницу. Там есть у нас хитин. И хавчик. Так. А что это не осыпается, Что за хрень? Ну-ка. Иди-ка ломай все нафиг. Куда? А, он сейчас будет собирать. Блин, да что за тупорье-то такое, а? Песка у нас куча будет просто вообще. Так. Кстати, если песка у нас куча, мы его сейчас сделаем вот так вот. Вот. Да как нельзя-то? Чё за... бред? А? Да... чё за фигня? Чё-то я понять не могу. Почему? Почему я там не могу положить песок? Хрень какая-то. Или что, ему нужна опора, что ли, совсем? Да ну хрень какая-то вообще. Так, давайте проверим. А, ну, так, здесь положим так. Да. И положим песок. Нет, нельзя пока. Ну, сейчас посмотрим. Так. Нет, нельзя пока. Все равно нельзя. Песок нам нахрен пока не нужен, да? Походу. Понятно. Так, и что у нас? А, новая задача. О, отлично. Нахрена нам песок и смола? Так. Давайте-ка мы, наверное, вот здесь начнем спускаться вниз. Так. Вот это мы не можем ломать. Понятно. Блин, я извиняюсь. Так, у нас темень вообще кромешная. Просто. О. Так, а сюда никто не залезет, да? Не залезет, смотрите. Вот как вот этот крепится, да? Песок. Как он держится? А я сюда не могу поставить. Что за бредятина? Так, пока мы здесь все сравняем. Я так думаю. О, что это у нас? Лесоруб. Лесоруб. Тоже вот бесполезная вещь. Тут деревьев-то нету. Опять напал. Так, что тут говорят? Есть... как они? Блин. Пустынные ветра. Бури. Да, бури. Настолько сильные, что они будут разносить все. О, нихрена себе, это кто такой? Мумия. Мочите его, ну. Да ты... Вы чё, дебилы?
Да блин, мочить его, ё-ма. Охренеть. Так, ну-ка. Выбрать. А, не-не-не. Вот этого. Выбрать. Стой, иди сюда. Вали этого сраного. О, все. Иди гуляй дальше. Что-то у нас как-то все застопорилось, да? Так. Да еще один пролетел. Чё за хрень? Надо быстрее ставить тотем. Так, создать. 4 дерева, да? Сделаем 2 лестницы. И чё ты стоишь? Нет, он сейчас будет лазить, собирать все. О, отлично. 2 кирки. Замечательно. Вот это уже полезная вещь. Поперла. Так, сразу оденем. Так, где там у нас? Так вот. И вот так вот. А что еще нам там дали? Так. Все вроде, да? А, нет, вот. А, нет, вот эти вот мы пока еще. Подождите, а у нас уже что ли есть 2 кости? О, давайте пока факел такой сделаем. Так, слизь и 2 кости. Так, о, 4 факела, это хорошо. Так, камень сюда, песок сюда. Отлично. Пока мы поставим вот сюда и вот сюда. Так, а давайте вот это еще сравняем, да? Так, и пока уберем... Нет, вот так вот. Да, с кустов это все дело. Вот, ты у нас шахтер. Отлично. Просто замечательно. Ой, я извиняюсь, если слышно какой-то, не знаю, вот этот шум побочный, да? А, там пылесосят в соседней комнате. Так. Ну и что у нас тут? Так, мы, наверное, вот это вот все сравняем. Так. Чтобы здесь хотя бы чуть-чуть росло. Что-нибудь. Да, уже растет. Ну, в смысле. Так, мельник, отлично. Но пока я опять же говорю, что не вижу смысла это все давать. Давай, падай. Е-мое. Так. А, мы засветили, да, все? Так, ну-ка. Это не посчиталось. И это тоже не посчиталось. Так. У нас опять же ресурсов вообще ограниченное количество. Я просто не знаю, как здесь. Так. Ага, надо будет водоем сделать. На крыше. Так сказать. И там будем воду собирать. Давайте-ка вы пойдете вот эти вот кустики сломаете. Да? Так, у нас 33 камня. Что я думаю? Сделаем вот так вот. Вот. Раз мы не можем песок ставить, поставим здесь пока камень. Ну и... То есть вы не понимаете, что я от вас требую, да? Так, понятно. Тупорезы. Что у нас? 3. Что ж у нас так мало-то? Магический свет. Нафиг он нужен пока? Семена. Вот семена, это как раз нам и нужны. Так, мы, наверное, их сразу посадим, да? Почему? А почему? Что-то я понять не могу.
Или посадить. А почему я не могу посадить-то? Что за хрень? Так, давайте тогда поставим пока тотем. Мы его сюда можем? О, можем, отлично. Хоть так будет маленько отгонять. Так. Теперь что у нас? Нам опять же нужны кустики. Блин, надо все-таки вот это сломать. Это будет мешать там всякие эти. Или оставить. Слушайте. А нам, скорее всего, вот это вот надо выкопать. Я так понимаю. Вот это сломать. Так. Вот это, вот это, вот это. Так, вот это, вот это, вот это. И просто тупо пересадить это все дело. И начать заниматься агрономством. Ой. Да ё-моё. Так вот, вот. Так, 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 так. И ну-ка. Да. Садится только в обычную землю. Понятно? Все понятно. Так, а что там? Сколько записывает уже? Что-то времени засек. Давайте я посмотрю. Ну вот как обычно, блин. Только разыграешься, и время уже подошло к концу. Ладненько, будем прощаться. Давайте-ка завалить вот этих. Будем прощаться. С вами был Ангел Рок. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Я думаю, это будет долгим прохождением, так как здесь еще сложнее, потому что ресы тут ограничены. Просто ограниченное количество. Ладно, всем удачи.